Как составить карту города или даже садового участка? Свердловские картографы сегодня поделились с журналистами секретными технологиями. Несмотря на то, что специалисты теперь берут за основу снимки со спутников, без выезда на местность все равно не обходится. В работе уральские геодезисты используют свое ноу-хау – прибор, собранный вручную. Тонкости профессии постигла Юлия Львова. Рельефа нет, потому что съемка рельефа для тех времен это была задача неподъемная. Карта начала 18 века. Самый ценный экспонат на предприятии. В 1698 году Семен Ремезов по указу царя отправился на Урал, чтобы перенести изображение местности на бумагу. Путешествие длилось несколько лет. И хотя расстояние между объектами исследователь измерял шагами, а иногда и просто на глаз, погрешность составила всего несколько метров. Спустя 20 лет на вооружение землемеров поступили технические средства – теодолиты и буссоли. Здесь у нас север, юг, и они смотрели расстояние, или вот просеки ими, все измеряли. Пока это вот первое, что у нас находилось. Урал-аэрогеодезия – единственное предприятие на Урале, создающее карты местности. В преддверии профессионального праздника сотрудники устроили день открытых дверей. Они с гордостью показывают устройства, которыми пользовались их предшественники. Ноу-хау современных геодезистов – тахеометр с GPS-приемником. Прибор собрали вручную. Мы здесь через GPS получаем координаты точки стояния. Вводим их в тахеометр вот сюда и начинаем съемку. Вот этот двор мы снимаем за 5 минут. Несмотря на появление интерактивных карт, с помощью которых можно прогуляться по городу, не выходя из дома, печать бумажных атласов не сократилась. Спрос есть, утверждают на предприятии. В последнее время клиенты даже заказывают карты дачного участка или загородного дома. Евгения делится секретами работы картографов. Процесс обновления старых схем происходит так. На старые снимки накладываются новые, полученные со спутника. На местность теперь специалисты выезжают гораздо реже. Это необходимо лишь для уточнения деталей. От ручной работы ушли только в конце 90-х. Интересно, что сами составители бумажных карт на практике почти всегда пользуются электронными. По электронной сразу компьютер прокладывает маршрут, расстояние меряет. А по карте так, если только линейка или на глаз. Сегодня 9 из 10 снимков специалисты получают с иностранных спутников. Российские используют редко. С них сложнее получить информацию, да и зарубежная картинка более выигрышная. Основная масса космической информации поступает с зарубежных космических аппаратов. Качество немного лучше. Почему? Потому что, я думаю, что это из-за того, что, во-первых, иностранных спутников, из которых мы получаем информацию, больше, и они разные по назначению. Работу омрачает еще одна проблема. Карты Урала обновляются с периодичностью один раз в 5-6 лет в связи с отсутствием госзаказов. Хотя по нормативам этот срок 2-3 года. Кроме того, в России нет единого центра картографии. Все ведомства используют разные схемы. В результате неразберихи не исключены ошибки. Юлия Львова и Аркадий Сорокин. Новости. Екатеринбург.